Проверку инициировали бывшие действующие работники нескольких предприятий нашего города. По их обращениям, Кутласская прокуратура инспектировала 3 общества с ограниченной ответственностью и в каждом выявила нарушение требований охраны труда. Так, в нарушении требований статей 22 и 212 Трудового кодекса Российской Федерации, а также положений федерального закона о специальной оценке условий труда, указанные работодатели в установленном порядке проверку знаний требований охраны труда не прошли, в связи с чем инструктажи по охране труда проведены неуполномоченными лицами. Кроме того, специальная оценка условий труда не произведена, что, в свою очередь, может создать угрозу производственного травматизма. Сейчас все иски по данным нарушениям прокуратура направила в Котласский межрайонный суд. В случае, если эти факты подтвердятся, организации ждут штрафы до 130 тысяч рублей.